Объем финансовых нарушений в стране за 2015 увеличился втрое. О системных проблемах использования бюджетных денег сегодня рассказал председатель счетного комитета Козыкорпеш Джан Бурчин. По его словам, общая сумма нарушений в прошлом году составила 1 триллион 300 миллиардов тенге. В основном их выявляют на этапе бюджетного планирования. Председатель счетного комитета подчеркнул, основными причинами являются халатное отношение госслужащих к своим обязанностям, недостаток их квалификации и недочеты в работе службы внутреннего аудита. Если эти факторы исключить, считает Джан Бурчин, нарушений можно было бы избежать. Такой, например, факт. Когда для строительства в первую очередь микрорайона Аку, города Актау, на расчетный счет АО СПК «Каспий» с 2013 года было перечислено более 5 миллиардов тенге. Однако по состоянию на 1 июля 2015 года ни один квадратный метр жилья через систему жилстройсбережения в эксплуатацию введено не было. Ну, таких фактов достаточно много, можно их приводить. По каждому из этих фактов нами были приняты меры. Виновные, допустившие эти нарушения, они наказаны.